Найдобріше шоу у світі – «Дизель Шоу». Два осінніх концерти 10 та 11 жовтня. Дуже рекомендую. 19.00. Київ. Палац «Україна». Приходьте, буде весело. Та, звісно, погнали. Прямо зараз. Не зайнят. Все, зустрічаємося біля балки. Квитки на сайтах dieselshow.com та contramarka.ua. Живий звук та використання фонограми. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Да? Да, сьогодні в клубі у нас собрання. Да, приходите. Нет, кровати у нас нет. Нет, это не сауна. У нас не полный цикл, только знакомство. Здравствуйте. Здравствуй, внученька. А вы точно к нам? Ну да, это ж клуб знакомств. Это клуб знакомств, кому за 30. Ну правильно, мне уже скоро 3 раза за 30. Хорошо выглядите. Спасибо, ботокс. Ну, а раньше почему к нам не приходили? Эх, раньше я не могла. Дед мой живой был. Хотя вы, молодежь, развратная, а я одного любила. О. В общем, решили загулять на старости лет. Чего загулять? Тепла человеческого хочется. Понимаю. Что ты понимаешь? Ты цены на тепло видела? Вдвоем оплачивать легче. Вот, заполните анкету и укажите здесь свои предпочтения. Ну, а что мне заполнять? У меня и так понятно все. Здоровый мужик лет 30-40. Вы уверены? 30-40? Ну, это же у вас в объявлении написано. 100% результат. Да. Ага. Ой, здравствуйте. 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 Это клуб знакомств? А я так понимаю, я немного опоздал? Всех разобрали? Осталось только вот... Я тогда на следующей недельке заберу. Нет, проходите, проходите. Мы только собираемся. Проходите. А, собираетесь только? Да. Здрасте. Так, укажите ваши предпочтения. Ну, вы знаете, мне 35 лет. Я живу с мамой. Какие тут могут быть предпочтения? Ну, чтобы хозяйственная была, ну, там, не храпела. Чтобы колыбельную знала, могла бы трусики постирать. Баю, баюшки, баю. Дай трусишки простирну. В общем, мы ищем максимально похожую на маму, верно? Желательно на маму, да. Садись. Я там, с краешку, бабушкой сяду. Ай, сорвался. Добрый день. Боже, какая женщина. Вы к нам в клуб? По-моему, вам сегодня повезло. Еще как. Это же моя мама. Молодой человек, вашей маме нельзя здесь находиться. Как нельзя? Подождите, что я без мамы буду делать? Мама, пожалуйста, не уходи. Перестань. Мамочка, мне нужно слышать твой голос. Не уходи. Тихо. Все, мама рядом. Не уходи далеко, мамочка, пожалуйста. Бабушка тоже рядом. Если что, подсоблю. Присмотрите за ним, пожалуйста. Спасибо. Мама за дверью. Угу. Боже. Какая женщина. Позвольте представиться, Сергей. Ольга Николаевна. Можно просто, боже. Ладно. Мужчина, извините, она не в клубе. Извините. А вы в клубе? Ну, в общем-то, да. Прекрасно. Но я замужем. Ничего страшного. Мне же ненадолго. Ресторан, 2 виски, танец, гостиница и к мужу обратно. Так, я здесь модератор. А, так, скажите, а кто еще в клубе есть? Вот. Кстати. Сколько лет она уже здесь ждет? Посвежее никого нет?
Первое впечатление обманчивое. Боюсь, второе будет еще хуже. Так, присаживайтесь. Да. Вы анкету заполняли? Да, я прислал по интернету. Ага, вижу. Да, но вы так и не указали, с кем хотите познакомиться, с женщиной или с мужчиной? Честно говоря, я уже даже и не знаю. Мне он нравится. Пусть рядом со мной сядет, а? Касатик. Извините, это она мне моргает? Или у нее инсульт начался? Я тебе подмигиваю. Бабушка, ты себя в зеркало видела? А у меня трешка в центре. А у меня зрение нормальное. И справка от психиатра, что я здоров. Здрасте! Это клуб знакомств? Да, проходите. Значит, я правильно попала. Эдика, извиняюсь. Прошу прощения. Извините, пардон. Ой, тут уже занято. Это мне. Боже, как приятно. Господи, она живая! Мой. Это клуб знакомств, кому за 30. Извините, а вам сколько лет? Мне 29. Но чувствую, что в этом году мне уже ничего не светит. Ладно, тогда заполните анкету с вашими предпочтениями. А, не-не-не, я уже на сайте заполняла, на вашем. Там все просто. Олег Винник. Что Олег Винник? А все, что похоже на Олега. Или поет, как Олег, или зарабатывает, как Олег, или даже если просто его зовут Олег, мне тоже очень подходит. Я тоже раньше за Киркоровым бегала. Да? И что? Один раз догнала. И что? После этого он бабушками и заинтересовался. Ну да. Я вот читаю вашу анкету. Вы указали, что живете с Рудольфом, Альфредом и Гариком. Да. А что? Зачем вам тогда клуб знакомств? Так это все коты. А я музыка хочу. Кстати, Мустина, а сколько вам лет? Слышь, мужик, это она тебя спрашивает. У меня-то аллергия на кошек, точно, да. А, ну, это мне 35. Боже, какой он старый. Боже, какой он молодой. Я не старый и не молодой. Он никакой. Сергей, извините, но вы так и не указали, кого вы ищете. Ну, как кого? Красивую и умную? Я наслася! Слушай, давай ты снова потеряешься, а я тебя буду искать все время. О, любишь ролевые игры? Я тоже. Просто не люблю фильмы ужасов. Послушайте, а это весь выбор на сегодня или первый сорт подвезут попозже? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, здесь клуб знакомств? Да, вы как раз вовремя. Проходите. Вот это я понимаю. А я что-то не понимаю. Зачем оно вообще тебе надо? Ты можешь свистнуть, и все музыки твои. А я свистеть не умею. Свистеть в смысле ш-ш-ш, или свистеть в смысле ш-ш-ш. Я могу научить, если что. Вы анкету заполняли? Вы знаете, я и анкету заполняла, и на Ивана Купала через костер прыгала. Голая? Нормальная. А я и голая. И в воду венок запускала, а мужиков нормальных нет.
Вы знаете, моя мама мне тоже так всегда говорит. Вы присаживайтесь. Ну что же, наверное, можем начинать. Да, да, да. Итак, сегодня мужчинам повезло чуточку больше. У них, так сказать, выбор побольше. Повезло так повезло. Ага. Я смотрела в молодости фильм. 3+2 назывался. Я его тоже смотрел, кстати, да. Порнушка? Групповушка? Ну что же, давайте тогда начнем. Стойте! Подождите меня! Послушайте, давайте лучше начнем. Пока он дойдет, мы уже закончим. Если он вообще дойдет. Подождите, это может быть подходящая пара для одной из женщин. Эй, подождите, если вы на меня намекаете, то мне вот этот щегол нравится. Нет, комплект так комплект. Дедуля, давай, понеслась, побыстрее. Хорошо. Как я здесь оказался? Не парься. Дедушка, вы анкету заполняли? Чего? Я говорю, анкету заполняли? Что? Вот такую анкету заполняли? Да и он, наверное, где-то моего возраста. Пишите в графе эти увлечения Жек, Собес и Корвалол. А, ёшкин кот, я слуховой не включил. Что говоришь, красавица? Я спрашивала, вы анкету заполняли? А, да, еще на прошлой смене заполнил. А на прошлой смене меня не было. Я знаю, никого не было, я один был. А сегодня вон какой выбор. Мне вот это в розовом нравится. Слышь, дедок, на розовую тут очередь. Пенсионерам без очереди. Ну что же. Все ваши анкеты я внесла в компьютер, и сейчас мы попробуем составить пары по разным критериям. Итак, по знакам зодиака совпали следующие пары. Весы и водолей. Поздравляем. Я сразу заприметил. Так, рыба с раком. Танцевала рыба с раком, рыба с раком. Молодцы. И козерог с девой. Я ж тебе говорила, иди сюда, иди, иди, иди. Послушайте, как может совпасть молодой козерог и старая дева? Так это я и по гороскопу дева. Так-то у меня было. Могу опытом поделиться. Вы присаживайтесь. Сади, садись. Скажите, пожалуйста, а вы мой знак зодиака вбили? Просто надо было мамин. Ну, мы же в маминой квартире будем жить. Так ты рак? Ой, как это эротично! У меня еще никогда не было с раком! Вы знаете, а у меня с рыбой было. Да вы что? Давно. А? В школе. Я с золотой рыбкой из аквариума целовался. А по-моему, ты ее сожрал. Потому, как говорится, совпало так совпало. А вот с этой парочкой мы бы поменялись. Не-не, фиг тебе. Компьютер не ошибается. Да, красавица? А, знаете, может быть, он действительно ошибся, потому что я хочу, чтобы за мной ухаживали, а не чтобы я ухаживала. Ты так не волнуйся. Я еще неплохо руками управляюсь. А, а давайте все-таки по интересам. Давайте попробуем. Итак, по интересам компьютер предлагает так. Фрося с дедушкой. Так, а ну свой срандель розовый убрала? Ну что, дедулька, любишь кошек? Если вкусно готовишь, можно и кошек. Дед с юморцом, поняла? Так, далее компьютер выбрал вас, Яна и Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вы много зарабатываете? А, ну, если с бабушкиной пенсии, то вполне прилично. А если без? А, ну, тогда только мамина зарплата остается. Скажите, а вы любите гулять в парках? Ну, допустим. А по набережной? Люблю. А полежать на лужайке? Боже мой, вы такой романтик. Просто мама денег на кафе не дает. А, вот так. А у вас Сергей снова совпало с бабушкой. Ну так, интересы у нас общие. Что? Какие у меня могут быть общие интересы с бабкой? У тебя тоже геморрой. Нет. Почки тянет? Нет. В постель писаешься? По-трезвому нет. Так что же у нас тогда совпало-то? Я не понимаю. А тебе чего нравится? Мотоциклы. Вот и совпадушечка! Я ж в анкете указала, что я в 42-м немецкий мотоцикл подорвала. Скажите, пожалуйста, а можно по сексуальным предпочтениям? Давайте посмотреть. Попробуем. Давайте. Так совпала только одна пара. Клавдия Семеновна и Сергей Николаевич. Это судьба! Тут у бабки точно все у вас проплачено, а? Так вы же сами все перепутали. Что? Смотрите, в графе «Сексуальные предпочтения» указали «Квартира в Киеве», а в графе «Имущество» написали «Все, что шевелится». Послушайте, ну тут же и без компьютера все совершенно очевидно. Так, пенсионный блок. О! Как так, я здесь оказался? Прекрасно. Маменькин сыночек и кошатница. Замечательно. Ну и, естественно, дай сюда. Лучшая пара вечера. Ну хорошо, давайте попробуем так. Если что, потом поменяемся. Для того, чтобы получше узнать друг друга, нужно начать общение. С каких-то простых вопросов. У тебя презик есть? Простите, что? Презерватив. А, есть. Но он у мамы. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас до меня было мужчин? А считать вместе с тобой? Можно и со мной. О, тогда ни одного. Ну, может быть, вы сегодня сделаете из меня мужчину? Я еще не знаю, я еще не определилась. А вы не могли бы определиться немного побыстрее? А то у нас через 10 минут с мамой маршрутка последняя отходит. Какая у тебя пенсия? А у тебя? Минимальная. А у меня повышенная. Я победил. Задавай. Ты как больше любишь, сверху или снизу? Снизу. А ты? Я тоже. Ну, правильно, в нашем возрасте-то на верхнюю полку в плацкарте не залезешь. Согласен. У вас совершенно нет недостатков. Ну что вы, конечно же, есть. Один в первом классе, второй в третьем. Дети, ну что вы, разве это недостатки? Это прекрасно. Ну вот эти как раз такие недостатки. А вот те, которые в 9-м и в 11-м, вот это уже прекрасно. Четверо детей? Какие же у вас требования к партнеру? Боже мой, да какие в моей ситуации могут быть требования? Ну так, чтобы
Мужчина был хороший, да. Заботливый, да. Умный, добрый, да. С пятикомнатной квартирой, с машиной, с дачей в Кончезаспе, чтобы он любил детей, чтобы он сидел с детьми, чтобы он воспитывал детей, чтобы он умел готовить, чтобы он умел убирать, чтобы он был с двумя высшими образованиями. Прекрасно! Скажите, там бабушка еще не освободилась? Бабушки на всех хватит, казатик. Так, сейчас перейдем к практике. Для начала возьмитесь за руки. О, давайте. Секундочку. Ага. Вот. Что вы делаете? А я обеззараживаю руки, чтобы микробов не было. Что вы делаете? Ну как, мы же будем с вами целоваться. О, да-да. Мало лесу. У тебя такие руки холодные. Это еще теплые. Ты мои батареи зимой не трогал. У вас такая мягкая кожа на руках. А вы держите меня за ягодицу. А вы наблюдательны. А давайте возьмем вашу руку, положим ко мне и будем держаться вместе. Давайте попозже. Да? Хорошо. Можешь мне тоже руку на задницу положить. Там теплее. Чего? Теплее. Опять села батарейка? Так, теперь по правилам нашего клуба вы должны поменяться. Я, пожалуй, продлеваю. Нет, 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 нет. Нужно пересесть. Да. Пересесть? А, замечательно. Хорошо. Прошу вас сюда. Так, замечательно. Мы пересели. Ну хорошо, не хотите меняться, тогда перейдем к танцевальному блоку. Ой! А! Моя короночка! 1, 2, 3, 4. Hey there, hey there, Mr. Fly. You might be my type of guy. Sorry, sorry, passing by. А ты? Танцевать умеешь? Ой, вы знаете, я только танец живота. Это как? 1, 2, 3, 4. Hey there, hey there, Mr. Fly. You might be my type of guy. Sorry, sorry, passing by. Should have stopped and told me. Так мы с тобой идеальная пара! Ой! 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 Теперь приглашаем вторую пару. Что предпочитаете? Танго, румба, ча-ча-ча, сальса? Я танцевать не умею. Ну тогда что остается? Остается только секс. Не, давайте для начала потанцуем. Тогда импровизация. Ну все, теперь секс. Так, стоп! Пожалуйста, не здесь. Наконец, приглашаем третью пару. Ну давай нашу! Давай. Пенсионерскую! Погнали! Прекратили! Женя! Да, мама. Что здесь происходит? Ты нашел ее? Да, мама, я ее нашел. Ну? С этого дня мы будем жить втроем. Ты, я и вот эта бабушка. Я так скучаю по нашей бабушке! Ты с ума сошел? Какая бабушка? Мы от своей только избавились. Бери вот эту, она наверняка меньше всех жрет. Все. Я сразу в тебя влюбился. Я вас благословляю отсюда. Понравился. Ну что, к тебе? Ну, у меня дома дети уроки делают. А, ну поехали к бабке. Пока они доедут, мы там уже столько всего наделаем с тобой.
ладно, я тоже пойду. У меня сериал мой начинается. А, что смотришь? Пес. А, пес, да. Чего? Хороший сериал «Пес», говорю. А, так пошли вместе смотреть. Ну а, что же же там? Бежим, давай. Бежим. Давай. О. Не, пока мы дойдем только к концу сезона. Давай, дед. Оп. Пошли! Вечером пойдем! Давай, дедулька! Поехали! Полетели. Давай! Хорошо, губы обдетрись, осторожно, беги так. Отлично, так и напишу. 100% результат.